Утром 11 мая в полицию сообщили, что в частном секторе центральной части города найден мертвый молодой человек. Был обнаружен в надворных постройках частного дома родственниками. Я выехала в составе следственно-оперативной группы на происшествие, произвела первоначальные следственные действия, то есть осмотр места происшествия, трупа. Труп направлен на СМЭ, в настоящее время проводится проверка по факту смерти гражданина. Так как на теле были обнаружены следы суицида, следователи устанавливают, как соликамец провел последние часы своей жизни, с кем общался.